Коллеги, уважаемые слушатели, зрители, всех приветствую. Сегодня у нас очередной подкаст «ЦифроПикс». В гостях у нас Тимофей Буряк, он чуть попозже расскажет сам о себе. Меня зовут Буланов Николай. И сегодня мы говорим про процессное управление и, что самое интересное, про внедрение этого процессного управления. Следите за нами, обязательно подписывайтесь везде, куда можно. Надеюсь, будет интересно. Тимофей, привет. Привет, Николай. Да, мы разговариваем здесь о процессах, и, ну, кроме этого, нас смотрит большое количество людей, те, кто и не знаком с процессным управлением, поэтому те, кто знаком с процессным управлением, думаю, тебя знают и уже узнали, но для тех, кто не знаком, расскажи про себя, чем ты занимаешься и как ты вообще связан с процессным управлением. Супер, спасибо. Всем привет. Привет, Николай. Привет, уважаемые слушатели, уважаемые подписчики. Также рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем совещании, да. Вот. Я Тимофей Буряк, являюсь действующим членом профессионалов по управлению бизнес-процессами, Ассоциации профессионалов по управлению бизнес-процессами, являюсь квалифицированным аналитиком, также являюсь руководителем отдела бизнес-процессов в крупной международной сети. Ну, что еще? Занимаюсь действительно с небольшим количеством проектов по оптимизации, автоматизации, роботизации бизнес-процессов и оптимизации в том числе. Слушай, спасибо. Рад тебя очень здесь приветствовать. Я думаю, будет интересный разговор. Я с чего хочу начать? Вот сейчас очень много кто говорит про процессное управление. Так. Причем часть аудитории, да, говорит, ну это новая вещь, она вот буквально недавно образовалась, только много процессных офисов открывается, да, это вот новая такая некая хайповая история. Да, кто-то им оппонирует и говорит, подождите, ребят, уже четвертое издание PMBOK, эта история уже 20 лет. Какая же это новая, это всегда было. Расскажи, да, вообще очень простыми словами, да, как бы если бы моя мама бы тебя спросила или твоя мама бы тебя спросила, что такое процессное управление? В целом, да, да. То есть если смотреть, чуть-чуть поправлю тебя, да, извини, не PMBOK, CBOK у нас. А, CBOK, да, точно. Да, CBOK 4, свод знаний по управлению бизнес-процессом. PMBOK. PMBOK, это PMBOK, проектное, да. А CBOK это, соответственно, да. Процессное. В действительности, процессное управление – это не новая вещь, да, то есть управление бизнес-процессами, процессный офис – это все уже, ну, достаточно давно развивается. Если говорить простыми словами про процессное управление, что это такое? Да? Фактически процессное управление – это то, как бизнес-процессы протекают в нашей компании, наши знания о том, да, как протекают бизнес-процессы в компании. Фактически, если говорить про бизнес-процессы, да, и про процессное управление, то здесь мы должны говорить про то, что в каждой компании бизнес-процесс фактически является активом компании. И здесь вопрос, опять же, целей компании, да, какие цели и стратегии перед собой ставит компания. Насколько ей необходимо управлять этими бизнес-процессами, насколько она хочет знать в действительности, сколько ресурсов тратится. И на эти все вопросы, в принципе, отвечает процессный офис, да, процессный подход. Поэтому, собственно, если так простыми словами, то это актив компании, которым можно управлять. И процессный подход как раз-таки показывает простыми вещами, да, как это выстроить и как это можно сделать. Слушай, у меня, кстати, такой сразу вопрос будет про эффекты. Да? То есть я со всеми разговариваю, говорю, смотрите, ребята, вы можете видеть прозрачность своих процессы, ими управлять, да, и результат, он будет независимо, да, ну, сам по себе, потому что вы путь правильно выстроили, вы правильно выстроили процесс, да, и на что я получаю очень такой вопрос, сколько мы получим, сэкономим, высвободим миллиардов рублей? Вот как посчитать эффект при внедрении процессного управления? Вообще, от процессного управления есть ли эффект? Это прекрасный вопрос. В действительности, ты правильный вопрос задаешь, большинство компаний ориентировано на то, что они работают с автоматизацией. Да? Когда мы берем, автоматизируем бизнес-процесс, то здесь в действительности легко посчитать экономический эффект. Да? Сколько у нас человеческого труда раньше было задействовано, соответственно, сколько мы из бизнес-процесса высвобождаем человеческого труда. То есть фактически сколько компаний начинает экономить. С точки зрения процессного подхода, как оценить экономический эффект? В действительности, достаточно сложно оценить этот экономический эффект. Ну, можно даже сказать, что в некоторых вариациях даже это невозможно. Здесь важно понимать именно, что дает внедрение процессного офиса. Первое, да, то есть, что процессный офис и процессный подход рушит барьеры, да, в компаниях. Какие барьеры? Коммуникационные, да, это когда у нас департаменты между собой плохо взаимодействуют, да. Соответственно, процессный подход, он это рушит, да, напрямую, да, и, соответственно, выстраивает некое взаимодействие сотрудников компании между собой.
Вот так вот. Да? Второй барьер, который рушится, соответственно, мотивационный. Mm-hmm. Ну, если говорить про тот же самый функциональный подход mm-hmm. к управлению, да, проектный, да, у нас есть конкретные цели, да, либо проекты, либо конкретные функции, да, что мы должны добиться там, определенных результатов, mm-hmm. конкретной функции. Mm-hmm. Здесь же, когда мы внедряем процессный подход, мы говорим о том, что мы мыслим уже процессами, да, и наша мотивация уже несколько иначе выстраивается, что не каждый сам за себя, а мы команда. Mm-hmm. Вот. И поэтому здесь мы уже меряем, получается, эффект от самого процесса, да, то есть как каждый член команды отработал в нашем бизнес-процессе. Вот, собственно, весь основной экономический эффект. Там в действительности больше экономических эффектов. Можно еще добавить третий, это мы перестраиваем организационную структуру, да, то есть mm-hmm. выявляем, где у нас есть дубли. В-четвертых, это информационные, опять же, барьеры мы рушим. Информационные, что подразумевается? Это наша IT-архитектура, которой мы также начинаем управлять, mm-hmm. фактически, да, потому что мы смотрим, какие у нас, если мы говорим про какую-нибудь большую, например, компанию, да, то мы начинаем анализировать те самые информационные системы, которые есть в том или ином подразделении и есть ли у них схожий функционал. К чему это приведет? Ну, в действительности, опять же, если мы говорим про IT-архитектуру, оптимальную IT-архитектуру, придет к нам к экономии на обслуживании, да, mm-hmm. этих информационных систем, на разработках, ну и, соответственно, о количестве лицензий и так далее. Там множество эффектов можно посчитать. Но, опять же, что немаловажно, это мы не напрямую, соответственно, выйдем на эту экономию, да, то есть мы не сможем выделить и посчитать прямую экономию от внедрения процессного подхода. Здесь фактически мы должны говорить о том, что как он внедряется, да, и какие есть основы для внедрения процессного подхода, это готовность топ-менеджмента компании mm-hmm. к этому. Слушай, вот интересно, да, я сам являюсь, на самом деле, большим фанатом, поклонником и, ну, наверное, адептом процессного управления, но давай предположим, да, что я какой-то большой начальник, у меня огромная компания, вот ты мне это все рассказал, я говорю, блин, классно, я ничего не понял. Но очень все хочу. Угу. С чего ты бы мне посоветовал начать внедрение процессного управления у себя? С того, что первоначально необходимо сфокусироваться на целях. Угу. Да? Какие компании перед собой ставят цели? Угу. Да? То есть чего мы хотим угу. достичь внедрением процессного подхода? Угу. Да? Мы хотим просто все зарегламентировать, да? То есть какие-то стандарты, регламенты, инструкции, да? Чтобы всем было понятно, да? Что, угу. каждый, что каждый сотрудник компании делает. Да? Либо мы же хотим прийти к автоматизации, то есть определить, где у нас есть неоптимальность и, соответственно, понять, что мы будем автоматизировать, да, и, соответственно, выбрать то или иное технологическое решение, которое позволит нам это сделать. Но мне кажется, что автоматизация – это же один из способов оптимизации. Есть же и конечно. Нетехнологические способы, регламенты, обучение пряник, морковка, кнут и так далее. Да, обучение, правильно. Да, вот по твоему опыту, какие выводы чаще всего делаются, особенно на первых этапах, когда люди уже получают осознанную информацию о процессах? Вот что происходит в первой истории? Все удивляются, как так мои сотрудники не работают? Или все сразу кидаются ERP-системы допиливать? Ну, то есть, вот какие первые выводы, по твоему опыту, делает компания, когда она встает на путь процессного подхода? Это управляемость, как mm-hmm. минимум, да, то есть повышение прозрачности и управляемости, да, то есть основной эффект, который мы достигаем с помощью внедрения процессного подхода, это прозрачность, mm-hmm. да, то есть мы знаем в действительности, что, кто, когда делает, mm-hmm. да, поэтому в действительности это дает нам некую возможность управлять, да, и направлять бизнес-процесс. Почему я сказал в самом начале, что нам необходимо определиться с целями, mm-hmm. да, мы также должны понимать не только цели внедрения процессного подхода, но и общие цели компании, да, и стратегии mm-hmm. развития компании. Это как раз-таки и позволит нам, описав бизнес-процесс, дальше направлять его в ту mm-hmm. сторону, чтобы реализовывать и двигаться цели, которые компания ставит перед собой в краткосрочной, mm-hmm. долгосрочной перспективе. Слушай, ты очень правильные вещи говоришь про цели, правильно, потому что странно идти куда-то, не зная куда. Есть, конечно, такие, да, такие подходы, но лучше сразу понимать, куда идти. Но что вот я могу сказать со своей точки зрения? Вот есть у нас компания, у которой есть свои цели, у которой есть задачи. И у этой компании руководят, ну, в основном сейчас мы говорим про enterprise, это топ-менеджмент, у которых цели могут быть абсолютно другие, да. И мы сейчас знаем, что вообще даже современные там, топ-менеджеры, средний жизненный цикл в одной компании, да, это 3-5 лет. Ну, бывают везде исключения, само собой, но сейчас это такая тенденция. Вот, и вопрос такой, не будет ли здесь конфликта, что вот компания хочет на века быть эффективной там, и так далее,
А топ-менеджер, его цель — бонусы получить прям в конце года максимальные. И ему-то на то, что будет через 10 лет, через 20 лет, ему как бы без разницы. Вот есть ли такой конфликт? Или по твоему наблюдению в основном все это всегда воедино, и цели компании, цели людей всегда равны? Нет, ты прав. Есть такое. В действительности это жизнь. И если смотреть на разные компании, то в действительности есть такой конфликт. Да? То есть мы с этим сталкиваемся. Как его решать? Да, как разруливать, наверное, такую ситуацию. Да, здесь сложный вопрос, и каждой компании будет свой подход. Да, поэтому какой-то такой вот определенной формулы, да, то есть, чтобы решение такой проблемы, ее нет. Ну, в действительности это так. Но что важно отметить и стоит говорить про внедрение процессного подхода, это то, что компания должна быть к этому готовой. Да? Вот как раз-таки, дабы исключить вот этого конфликта, да, то есть целей, бонусов топ-менеджмента, да, и общих целей компании, да, необходимо работать над корпоративной культурой компании. В том числе и с топ-менеджментом тоже. Да, то есть, соответственно, говорить о том, куда мы двигаемся, да, какие, что нам нужно делать, да, то есть для того, чтобы это достичь. Все должны быть к этому готовы и смотреть в одном направлении. Да, с этим нужно работать. Как и с любым другим последующим, то есть звеном, кто у нас есть в орг-структуре организации. Да, то есть все должны готовы быть к вот этим изменениям. Ну, когда мы с вами... Сейчас, одну секунду, закончу. Да. То есть, соответственно, когда у нас корпоративная культура не развита, и компания, вот как, собственно, о которой я говорил, мотивационный барьер у нас существует, да, что топ-менеджер заинтересован только для решения, ну, решения вопросов, связанных со своими бонусами, да, со своими KPI-ами, которые стоят у этого топ-менеджера. Вот здесь, соответственно, все то, что вниз будет спускаться, да, по оргструктуре, будет именно в такой же, ну, с таким же посылом и даваться. Поэтому здесь надо решать вопросы, то есть сразу, то есть корпоративная культура вот с этим. Ты очень классную тему затронул корпоративной культуры, да, и я тут говорю, наверное, не про там, какую-то культуру в общем плане, а именно действительно корпоративный подход, где мы все работаем над одной целью, мы все в одной лодке, да, вот это вот. Отсутствует понятие «я всего лишь маленький винтик», да, то есть мы все в одной команде. Но такая культура, она достаточно сложная внедрить, да, и вот мне кажется, что процессный подход и помогает этому делать, потому что он подсвечивает, и ты понимаешь, что я вот делаю процесс, а вот какие люди делают его до меня, кто делает его после меня, кто сверху, кто снизу и так далее. То есть вот процессный подход, он и культуру развивает, получается, да, корпоративная. В том числе, но тут важно говорить еще о том, что прежде чем внедрять процессный подход, люди должны быть к этому готовы. Да? То есть сначала необходимо с ними как раз-таки начинать работу, да? Чтобы люди были заинтересованы, да, в том, как ты правильно сказал, посмотреть в одну сторону, что делали до меня, кому я передам результат, да, и так далее. То есть с чем и с какими отделами я взаимосвязан, да, с какими сотрудниками я взаимосвязан. Поэтому здесь в действительности должна появиться, ну, должна быть заинтересованность у сотрудника, да, чтобы ему это в действительности было важно. Слушай, а вот такой вот у меня вопрос. Предположим, есть там руководство, ты правильно тоже заметил, что вообще такие идеи, потому что такую картину может видеть только руководство компании, да, всеобщее. Вот у них есть понимание, что в компании, ну, давай так, бардак. Они хотят навести порядок, они хотят прозрачность, они хотят осознанность и так далее. Но сотрудники этой компании, да, им это хорошо. Они в 9 приходят, в 6 уходят, да, работа есть, хорошо, работы нет, еще лучше. Вот. А можно ли вот волей руководства поменять это? Или все равно будет на местах саботаж, когда мы будем внедрять процессный подход? Ну, опять же, одной волей руководства сложно достаточно что-то изменить, да. Необходимо искать поддержку, да, среди сотрудников. Да, корпоративная культура, да, развитие корпоративной культуры. Рассказ, да, то есть о том, что куда мы движемся, да, то есть быть ближе к сотрудникам, да, и тем самым рассказывая, к чему мы хотим прийти, то есть для чего вообще мы это делаем. Чем открытие компании, да, то есть в этой части, в этой области, в плане внедрения процессного подхода, да, какими этапами мы будем двигаться, для чего мы это делаем, зачем все это и так далее. Чем открытие, чем прозрачнее информация для сотрудников, тем меньше они будут саботировать это. Почему? Если мы посмотрим на внедрение процессного подхода, то и вообще в целом, да, слово оптимизация. Да, когда мы слышим слово оптимизация, да, большинство людей, когда слышат слово оптимизация, о чем они думают в первую очередь? Об увольнении, наверное. Об увольнении, наверное, да, действительно. Соответственно, сотрудники начинают переживать, да, что это может коснуться их и так далее. Соответственно, процессный подход так или иначе связан с тем, что с изменениями в компании, правильно? Когда мы даем некую прозрачность в деятельности организации, соответственно, сотрудник уже
Ну, то есть должен быть к этому готов, да. А мы знаем то, что в действительности большая часть сотрудников, когда за ними никто не смотрел, да, то есть они, ну, компания не знала, что он делает, да, и тут появляется прозрачность, да, и, соответственно, появляется стресс у сотрудника, mm-hmm. и, соответственно, саботаж тот самый, да, чтобы вот эта деятельность, там, что он там делает, не было открыто, да. При этом, при всем, мы должны понимать, что это будет касаться тех людей, кто пытается скрыть свою деятельность, да, то есть, mm-hmm. если они, например, не занимаются работой, да, или делают что-то не так, или еще там третьи варианты различные могут быть, правильно? Да. Вот, поэтому здесь такая ситуация, то, что здесь сразу выявляются те самые сотрудники саботаж, то есть, почему этот саботаж происходит. Угу. Ну, я знаю, что это дополню. Тут, с другой стороны, сотрудники, которые, наоборот, ответственно работают, да, хорошо выполняют свою работу, для них же большой плюс внедрения процессного подхода. Потому что они на основе данных могут сказать: подождите, я вот работаю, у меня самые лучшие результаты. Я хочу повышение, я хочу премию. И она заслужена. Она не влияет, ну, не только из-за настроения начальника, да, который говорит, ну, я вот так вот решил. Угу. А это реальные данные, да, на основе статистики. Он говорит, ну смотри, я лучший в отделе, я закрываю большой комплект работ, я хочу больше каких-то бенефитов. Uh-huh. И мне кажется, что это, наоборот, классно, потому что человек работает, он может свою, ну, свой как это, хороший результат, да, на основе данных уже общаться с руководством по каким-то бенефитам. Опять же, вопрос, да? Uh-huh. То есть мы говорим про то, что сотрудник получает данные. Uh-huh. Как правило, мы получаем данные не по сотруднику, а получаем данные по процессу. Uh-huh. Правильно? И здесь в действительности вопрос: мы эти данные показываем сотруднику, не показываем тоже, да, правильно, соответственно, чтобы вот этим управлять, mm-hmm. этими вещами, да. Вот, процессный подход, все-таки мы говорим про общие, да, показатели бизнес-процесса, да, то есть как команда работает, mm-hmm. и каждое звено в этом бизнес-процессе, в том или ином бизнес-процессе. С одной стороны, это для руководства, да, то есть как раз-таки будет звоночком и пониманием того, кто как работает, да, в этой, во всей цепочке. И можно делать спокойно выводы, да, кто у нас, соответственно, в нашем бизнес-процессе формирует некое узкое горлышко, да, mm-hmm. а кто у нас является драйвером, да, и, соответственно, перерабатывает и делает больше, чем нужно, угу. По нашим плановым показателям. Поэтому здесь в действительности это можно и говорить и про повышение, или наоборот еще и про оптимизацию. Да? То есть если есть такой драйвер, кто делает бизнес-процесс, свою часть бизнес-процесса быстро достаточно, то мы должны подумать еще и посмотреть на тему того, что а нужно ли пересматривать норматив. Может быть, угу. мы норматив с вами должны повысить, если в действительности есть такие специалисты, кто может быстро эту работу делать. Угу. И искать таких же специалистов, да, тем самым повышая операционную эффективность процесса. Да, вот ты сейчас говоришь про то, что процессный подход, он про процессы. Так, да, странно, если бы он был про что-то другое. Но в любом случае, любой процесс – это все равно люди, работающие внутри этого процесса, выполняющие те или иные задачи. Uh-huh. И самое главное – некие руководители, да, которые этими людьми руководят. И возникает вопрос, что вот у нас есть функциональный подход. Тут так. Все понятно, есть структурное подразделение, отдел, департамент, дирекция, у них есть свои начальники отделов, департаментов, директора и так далее. И если все хорошо, понятно, кто молодец. Если uh-huh. все плохо, тоже понятно, кто молодец. Тут мы, да, немножко меняем условия и говорим, теперь мы живем в процессной парадигме. У нас есть сквозной процесс. Ну, давай, например, возьмем самый заезженный, наверное, процесс, да, там, order to cash или hire to retire. Вот, hire to retire, HR-овский классный процесс. Там есть HR-служба, бухгалтера, даже айтишники, которые дают доступ, возможно, не дай бог, юристы даже какие-то, если какие-то, да, спорные моменты решаются. И процесс идет плохо. Uh-huh. Да? И мы начинаем выяснять, кто же виноват. Да? И кадры говорят: слушайте, мы все сделали, но вот у вас отдел обучения, вот он не работает. Отдел обучения говорит: да мы-то все сделали, айтишники нам доступа не дали. И начинается вот эта вот история. И тут важно, а кто же владелец этого процесса? И как вот вычленить вот в таком наборе очень важных людей, у каждого из которых может быть даже там, да, директорские или даже вице-президентские должности, как выделить того, кто виноват? И кто... кого наградить? Или мы не можем выделить одного владельца, и должна быть некая группа? Вот как ты считаешь? Здесь, на самом деле, это один из самых сложных вопросов процессного подхода. Да, это определение владельцев. Я вообще, на самом деле, выделяю для себя, что это определение владельцев процессов. Угу. Самый сложный вопрос. Да, и второй вопрос по сложности – это определение границ бизнес-процесса. Угу. Где у нас бизнес-процесс начинается, где заканчивается, и, соответственно, как мы его делим. Да? Это самые сложные два вопроса. Если про границы, здесь по большей части будет зависеть от процессного аналитика, да, и от нашей рабочей группы, да, команды, кто принимает решения, да, кто участвует у нас в описании бизнес-процесса, согласовании бизнес-процесса, то с точки зрения владельца процесса здесь прям
по-разному mm-hmm. бывает, да. Здесь в действительности бывает, каким образом определяются владельцы процесса. Первое, идут от того, зачастую, да, то есть когда спрашиваешь у сотрудников, как мы определим с вами владельца процесса. Mm-hmm. Какой самый распространенный ответ будет, как ты думаешь? Ну, я бы сказал, ну, кто бонусы получает за процесс, тот и владелец. Неправильно. Отвечу таким образом, что кто больше всего делает в процессе, тот должен отвечать. Да. Какой департамент делает, да, или какой отдел больше всего работает. Соответственно, тоже, ну, насколько это корректно, вопрос, да, то есть, ну, если я больше всего делаю, это не значит, что я должен за это отвечать, потому что вопрос, кто дальше использует этот результат, правильно? Поэтому здесь это один из подходов. Второй подход в действительности зачастую связан с тем, что он спускается сверху, да, директор решил, ты этим занимаешься, да, тоже подход такой может быть. Третий вариант, какой может быть у нас? Может быть, просто назначенный сотрудник, опять же, да, то есть вот все, он занимается, при этом, при том решили, опять же, не с подачи генерального директора, да, а директорами, да, группы директоров решили, что вот этот сотрудник будет заниматься. У меня был такой опыт, когда владельцем бизнес-процесса был назначен сотрудник компании, просто линейный сотрудник компании. То есть не руководитель, не директор. Не руководитель, а вот... да, просто сотрудник компании. Ну, соответственно, кто должен быть владелец процесса, на этот надо вопрос ответить, да? Первое, это, соответственно, у него должны быть властные полномочия изменять бизнес-процесс, да, вносить в него изменения, корректировки, долгосрочные планы строить по оптимизации, развитию бизнес-процесса, да, там, возможно, с какой-то автоматизацией. Он должен в оргструктуре занимать определенную позицию, да, как раз-таки, ну, это про властные полномочия, если говорить. Тогда только мы сможем управлять бизнес-процессом, ну, то есть потому что мы сможем на него повлиять. Важно. Нам надо определить еще, за что отвечает все-таки владелец бизнес-процесса. Как ты думаешь, за что отвечает владелец бизнес-процесса? Мне кажется, за его перформанс, за результат выполнения бизнес-процесса, может быть, в деньгах, может быть, в SLA, во времени, я не знаю, там, может быть, какие-то метрики считают. Если мы посмотрим на график, да, как у нас бизнес-процесс проходит, да, то есть у нас есть оргструктура с тобой, есть определенные департаменты, да, там, допустим, один, два, три, три департамента. И бизнес-процесс, когда у нас проходит через эти три департамента, которые, ну, участвуют в этом бизнес-процессе, владелец процесса отвечает вот именно за результат, как ты правильно сказал, но при этом при всем он отвечает еще за передачу результата от одной функции к другой функции. Поэтому вот в этих частях, да, на стыке функций, на стыке вот этих вот передач информации между отделами отвечает тоже владелец процесса. И как это организовано? Это на самом деле самое сложное место в бизнес-процессе, да, вот именно вот эта передача информации. Не результат, не то, как кто-то выполняет, да, вот именно вот передать, да. И здесь как раз-таки владелец бизнес-процесса должен эти вопросы контролировать и решать, да, то есть он должен смотреть, ага, здесь я сейчас бумажку понесу, отнесу в отдел, да, или я могу там, не знаю, там по почте мне могут отправить, или мы сейчас автоматизируем, BPMS-систему внедрим, и в ней будем все это учитывать и контролировать. Соответственно, тем самым он думает над тем, как повысить прозрачность, контроль бизнес-процесса, да, то есть повысить, опять же, и аналитику по бизнес-процессу. Вот. Владелец процесса, как я уже сказал, то есть сложно. Это самая сложная тема, да, и каждая компания для себя самостоятельно определяет. Иногда удается в рамках дискуссии из трех функциональных подразделений, кто участвует в бизнес-процессе, выделить, ну, да, владельца. Условно, да, кто главный. Кому в действительности это важно, кто хочет это драйвить, эту тему, да. Соответственно, если удалось, супер. Если нет, то эскалация наверх, где, соответственно, уже директивно спускается, кто, ну, да, это. Если я не могу решить сам, пусть решит тот, кто может решить. Да, кому, да, кто, да, платит, да, да. Кому платят деньги. Слушай, да, вопрос у меня другой. Хорошо. Предположим, вот владельца процесса мы выбрали. Особенно вот, да, в твоем случае, который, ну, не в твоем, а в случае пример, который ты привел. Да, это может быть просто линейный сотрудник. Да. Да, но мы понимаем, что если мы берем процесс order to cash, да, от заказа до оплаты, ну, то это по факту основной деньгогенерирующий процесс компании. Ну и, соответственно, что система мотивации этого процесса, она тоже, ну, должна, как бы, большие риски, да, большая ответственность, должен быть большой результат. И если когда все хорошо, и мы перевыполняем план, например, продаж, да, и так далее, то бонусы раздавать достаточно приятно всем, то когда все плохо, нужно найти, где же плохо. Да, и опять же, в функционале мы четко понимаем, кто свои KPI не выполнил. Хотя в реальности это не так. В реальности, может быть, кто-то работает лучше всех, но не сложилось просто, да. Вот. Но в процессном управлении много людей составляющей. Как вот определить, кто лучше перформит, кто хуже перформит, кто, главное, правильно делает, а кто больше вовлечен? Насколько, да, сейчас я расскажу, как я это вижу. Самый простой момент, который я использовал, у меня он в голове, посчитать, кто сколько времени тратит на этот процесс. Вот, да, и сказать, что вот там, например, в order to cash, да, а там сылы тратят на него 70%,
А финансисты, которые собирают невозвратные деньги, тратят 10%. Понятно, что главные селы, а это просто сервис их обслуживающий. Но это же не всегда так. И может быть вообще не так. Вот как ты думаешь, как, на твой взгляд, лучше всего поделить, кто больше вкладывает в процесс, кто меньше, кто больше ценности генерирует, а кто меньше? Ну, здесь мы должны смотреть, да, опять же, задачи, которые у нас находятся внутри бизнес-процесса, да, то есть вот так делить тоже там, что 70 делают сейлы, 10 бухгалтерия там, да, то есть, ну, я бы не стал так делать, да, потому что и та работа, и та важна, просто какая-то добавляет ценности нашему основному бизнес-процессу, какая-то не добавляет, а, например, необходима, да, ну, то есть то же самое бухгалтерия, это та деятельность, которая не добавляет ценности, но необходима нам в связи с требованиями, опять же, законодательства, которое у нас существует. Вот, поэтому здесь мы должны это тоже делать. Вот. С точки зрения твоего вопроса, кому раздавать бонусы и как, да, здесь в действительности мы должны говорить про то, какие цели мы ставим перед бизнес-процессом. Любой бизнес-процесс, да, должен иметь свою цель конечную, да, то есть куда мы с тобой должны прийти. Вот. И здесь мы должны, опять же, у бизнес-процесса есть цель, и при этом при всем у нас есть цели, как развивать этот бизнес-процесс. Да, соответственно, какие у нас есть плановые показатели по данному бизнес-процессу, то, что мы запланировали, что вот в этом году мы должны достичь таких-то вот показателей. Да, и мы, соответственно, будем смотреть факт, достигли мы или не достигли. А дальше уже, исходя из этого, мы будем смотреть, в каких блоках мы получили наибольшее отклонение от плана, да, потому что у нас любой, каждый блок все равно мы можем оцифровать, да, то есть мы можем посчитать. При этом посчитать мы можем стоимость, да, то есть в действительности я больше всего там сделал, да, как ты говоришь, там сейлы там больше всего сделали, там вот я там столько всего там сделал, да, и дальше передал. Вопрос не сколько смог сделать, да, а, например, сколько он сделал качественно и без ошибок, опять же, да, то есть с первого раза. Да, это очень важные моменты, когда у нас экземпляр процесса, когда у нас процесс запускается, да, он у нас с первого раза доходит до завершения, да, что мы ничего в процессе движения нашего, ухода нашего бизнес-процесса не возвращаем назад и что-то переделываем. То есть не зацикливаемся, да? Да, да. SLA, например. Да, 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 да. То же самое вот в том же самом процессе order to cash мы с тобой должны говорить о том, что в самом начале, то есть от заказа до оплаты фактически мы с тобой вот в этом процессе, когда находимся, мы должны понимать, что на этот процесс могут влиять и другие бизнес-процессы, где могли быть совершены ошибки. Понимаешь? То есть это такой достаточно процессный подход, сложная вещь, взаимосвязанный. Да? То есть вообще процессный подход про взаимосвязанный. Да? Процессы между собой строят систему взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов. И здесь как раз-таки вот мы не можем с тобой посмотреть только на этот бизнес-процесс, потому что ошибка и проблемы, которые могут возникать, они могут быть раньше. Ну, слушай, а бизнес-процессы, мы говорим, да, сквозные истории, связь с департаментом, все создано, да, все понимают, что делают до и после. Благодать, одним словом. Да. Вопрос, а зачем вам функции вообще нужны? Может быть, забудем про эти отделы, эти департаменты, да, и будем вообще жить в рамках процесса, владелец процесса будет нанимать себе людей, которые закрывают те или иные процессные вещи, в рамках одного большого сквозного процесса. Там, ну, огромная воля, да, огромное пространство для того, чтобы люди могли повышаться, переходить в другие отделы. То есть, в принципе, нам отделы-то не нужны, департаменты не нужны. Все, что нам нужно, процессы. Или что-то я не понимаю? Хороший вопрос, да. Здесь важно понимать то, что в целом у нас процессный подход, он уже ложится непосредственно на функции на наши, да, да, которые у нас есть. Да, если мы с тобой структуру уберем, да, и просто-напросто сделаем, как это сказать, ну, в действительности, просто наймем сотрудников, которые у нас в этих процессах будут участвовать, да, то у нас не будет понимания, кто кому подчиняется, да, почему, да, потому что у нас сотрудники работают в рамках бизнес-процессов, а сотрудниками нужно управлять, да, сотрудник у тебя так или иначе уходит в отпуск, различные вопросы, связанные с повышением, наставничеством этого сотрудника, это как раз-таки то, что должно быть в зоне ответственности, и развитием сотрудника должно быть в зоне ответственности руководителя, поэтому от функции уходить не совсем правильно и корректно, да, почему? Потому что у нас, во-первых, с тобой не один же бизнес-процесс, да, через функции проходит, да, их может быть множество. И здесь как раз-таки, чтобы повысить эту управляемость, нам все-таки нужны функции, где мы как раз-таки можем вот понимать, сколько у нас бизнес-процессов через мой отдел проходит, да, сколько времени, какие сотрудники в этих бизнес-процессах участвуют, сколько времени они тратят. Как раз-таки руководитель отдела, да, вот руководитель функции, он будет отвечать за то, чтобы
и сотрудники его подразделения не нарушили SLA, да, то есть работы того или иного бизнес-процесса. Да. А если они превысили, то он начал бы работать с этим, опять же, разбираться, почему это превышение произошло, что пошло не так. Да. Поэтому здесь от этого не уйти. Слушай, ну да, я еще, знаешь, что еще подумал о том, что вот есть, например, маркетинг. Да? Так. Но маркетинг же, он занимается, с одной стороны, классическим, да, пиаром, да, но с другой стороны, это начальная функция, то есть процесс, который перед order to cash, да, там lead generation, например. Uh-huh. Да, ну вот я, например, мне больше нравится lead generation к order to cash подсоединять. Но это разные методики. Uh-huh. Вот, и получается, что у нас один отдел, возможно, даже одни и те же сотрудники, uh-huh. которые часть времени тратят на какие-то мероприятия, возможно, ну, мероприятия такое пограничные, да, там и лиды, и пиар, но все равно на какие-то вещи. А часть занимаются чисто лидгеном. Uh-huh. Да, и получается, что в рамках функции эти люди отлично живут, а в рамках процессов они, собственно, и там могут работать. Поэтому вот я понял, что мой вопрос дилетантский немножко был. Слушай, вопрос у меня к тебе, наверное, следующий будет. Вот мы много говорим про теорию, да, что вот так вот надо выстраивать, вот такие процессы и так далее. Но практика не всегда за ней поспевает. Да, и вот я такой блок хочу открыть про практическую историю, да, и начать с такой истории, как ротации. Дело, ну, понятно, что прежде чем хоть что-то сделать, нам нужно это как-то описать и измерить. И процессы описываются в разных нотациях. Да. Нотаций есть очень большое количество, да, есть простые абсолютно нотации, есть более сложные, есть отечественные, как дракон какой-то, да. Ну, то есть тут, ну, тут в Сибоке их, по-моему, 12, да, а еще в мире, я не знаю, мне кажется, бесконечное количество. Угу. И разные нотации служили разных целей. Но в целом там, профессионалы... процессного управления сходится в том, что нотации они удобные, в них классно все отражать, ими пользуются. Но у нас есть бизнес, который основной пользователь бизнес-процесса, и они в нотациях ничего не понимают. Да, вот они ну, не могут, не готовы, не знают, да, как нотациями пользоваться. На твой взгляд, что лучше делать? Обучать их и рассказывать про нотации, начиная с простой и идти в более сложную? Или сказать, да забудьте на все это какой-то птичий наш язык, вообще не важно, вот есть квадратик, есть стрелочка, этого вам хватит. Вот по нотациям, как ты думаешь, насколько польза от их сложности граничит с усложнением, что люди просто не поймут, что это такое? Давай так. У бизнес-процесса, да, то есть любой бизнес-процесс можно представить в трех вариациях, mm-hmm. да, то есть его можно в трех вариантах формализовать, да, то есть, соответственно, у нас есть текстовое описание, mm-hmm. мы можем открыть любой регламент, и у нас будет текст, mm-hmm. да, где любой сотрудник может прочитать и понять, что происходит в бизнес-процессе, mm-hmm. но ему потребуется время, да, это во-первых, и во-вторых, ему нужно будет, так сказать, в голове у себя визуализировать, да, последовательность действий в бизнес-процессе. А если у нас еще есть различные развилки в бизнес-процессе, то ему тоже нужно будет это не упустить и запомнить, mm-hmm. да, как-то, каким-то образом. Второй вариант, соответственно, таблица. В таблице, ну, более-менее все тоже, опять же, можем последовательность указать, но в таблице у нас также есть различные развилки, и таблица может быть большой, если бизнес-процесс у нас mm-hmm. большой. Здесь вопрос, как мы вообще выделяем задачи, какой, насколько у нас... глубоко мы описываем бизнес-процесс, на каком уровне мы вообще находимся. Ну и третье, графические нотации. Да? Про нотацию здесь интересно, да, как ты правильно сказал, стоит ли учить бизнес-подразделения, да, то есть пользователей, не стоит их учить вообще в это, то есть просто, чтобы они понимали. Здесь вопрос, на самом деле, опять же, целей. Я за то, чтобы бизнес-пользователи знали нотацию. Mm-hmm. Притом, важно здесь говорить о том, что не нужно им давать, например, если мы говорим про нотацию BPMN 2.0, не нужно давать им весь стандарт, да, читайте, изучайте. Нет. Каждая компания должна определиться, то есть первое, для чего она использует графическую модель. Да? Uh-huh. Мы ее используем для того, чтобы описать бизнес-процесс, да, и графически его ну, формализовать в виде красивой диаграммы, да, модели. Либо же мы хотим автоматизировать бизнес-процесс на основе этой модели. И здесь в зависимости от целей, которые перед компанией перед собой ставят, мы должны определиться. Если мы говорим про автоматизацию, значит, мы используем стандарт. И использовать его точно будет не вся компания, а только бизнес-аналитики, кто, соответственно, занимается непосредственно автоматизацией. Либо архитекторы, да. Либо же, если мы говорим про именно описание бизнес-процесса, вот именно работа с моделью, как дальнейшей оптимизации, да, то есть вот здесь вот выделение того, что у нас должно плохо сейчас работает, и мы должны здесь что-то сделать, там, изменить, да, усовершенствовать как-то бизнес-процесс, то здесь, конечно же, мы должны прибегать к такому документу, как соглашение о моделировании. Mm-hmm. Да, зачастую компании внедряют у себя соглашение о моделировании, где как раз-таки берут стандарт нотации, да, который есть, и определяются с тем, какие mm-hmm. элементы будут использовать из этой нотации.
Это позволяет для бизнес-подразделений, да, то есть, опять же, понимать, то есть, прочитав это соглашение, понимать модели, которые создали в процессном офисе компании, да, да и, в принципе, процессному офису можно проводить обучение для бизнес-подразделений, чтобы они самостоятельно, в том числе, моделировали бизнес-процессы. Поэтому здесь такой вот подход. Слушай, скажи, как ты думаешь, на мой взгляд? Как ты думаешь, а вот есть, ну, в моей голове, я общаюсь с клиентами, вижу, что в их головах-то тоже есть, условно такие два подхода. Я их называю эволюция и революция. Uh-huh. Да, то есть приходит, особенно топ-менеджмент любит, особенно новый топ-менеджмент в компании. Да, он говорит, слушайте, ребят, все плохо. Uh-huh. Вот, ничего не прозрачно, ничего не понятно. Так. Вот сейчас мы все переделываем и работаем по процессному подходу. Да, все прозрачно, мы все видим, поэтому давайте, вот у нас есть там 9-12 месяцев, и мы сейчас все старое сломаем и выстроим все новое и красивое. Есть второй подход, который я слышал, говорят, ребята, давайте начнем с какого-то маленького процессика, на нем все обкатаем, потом будем подниматься по уровням, потом будем идти уже в бок, да, и вот так вот мы за, может быть, 2-3 года выстроим у себя процессную модель, выстрадаем ее, давайте даже так скажу. На твой взгляд, какой из этих подходов лучше использовать или вообще, может быть, и тот обладает своими плюсами? Ну, если говорить про подход в части внедрения процессного подхода, mm-hmm. да, то есть эволюционный либо революционный, вообще в целом внедрение процессного подхода – это такой новый подход, да, то есть фактически это революция для компании. Mm-hmm. То есть в действительности ты прав, да, то есть это революция. Вопрос в действительности в том, что должны ли мы сразу все рушить, да, mm-hmm. то есть революция подразумевает под собой, что мы все рушим, не смотрим на то, что как мы делали, да, начинаем все выстраивать, делать по-новому, да. То есть фактически это, то есть вот классический тот самый реинжиниринг, да, то есть революция, вот. Но я, честно сказать, вот этот не за такой подход, да, то есть в таком вот формате, в котором он описан, да, то есть и применение его, да, то есть при внедрении процессного подхода это достаточно тяжело будет, да, даваться сотрудникам. Mm-hmm. Ну и в целом, на мой взгляд, это не совсем гуманно, наверное, к сотрудникам компании именно по такому подходу идти. Где применяется реинжиниринг, да, революционный подход, когда мы с тобой переходим в цифровизацию, например. Мы работали, у нас не было информационной системы, мы с тобой обозначиваем бизнес-процессы тем, что внедряем какое-то информационное решение, да, информационную технологию, которая позволит нам опрозрачить бизнес-процессы. Это да. Но с точки зрения, если говорить вот именно про внедрение процессного подхода, то здесь нет. То есть революционный подход не совсем здесь подойдет. Точно так же не подойдет к нам подход эволюционный, когда мы постепенно, каждый процессик. Почему? Потому что у каждого бизнес-процесса есть свой жизненный цикл. Да? И пока мы с тобой описали один бизнес-процесс, да, пошли, приступили к следующему бизнес-процессу, у нас уже первый, который был описан, изменился. Угу. Да? Да. И здесь, соответственно, мы приходим и упираемся в то, что эволюционный подход тоже нам не подходит, потому что мы смотрим только в разрезе и в границах одного бизнес-процесса, что тоже неправильно. Угу. Да? Поэтому мы сначала должны... Здесь, на самом деле, комбинация этих подходов должна быть, если мы говорим именно про внедрение угу. процессного подхода. Какая комбинация? То есть мы должны определиться с тем, какие, опять же, возвращаясь к самому началу нашей сегодняшней какие встречи, цели какие цели. Угу. Да. Соответственно, тем самым мы выделим бизнес-процессы, на которых нам нужно акцентировать внимание, да, то есть, так сказать, из блока основных бизнес-процессов. Угу. Да. Далее, соответственно, уже будем от этого и отталкиваться. То есть мы на этих основных бизнес-процессах будем фокусировать наше внимание, а там уже, когда мы будем описывать основные бизнес-процессы, опять же, по какому методу мы пойдем их описание, да, то есть мы пойдем кроссфункциональные бизнес-процессы описывать, либо мы выделим сквозные бизнес-процессы, да, то здесь как раз-таки это нам позволит идти по этому маршруту и описывать их. При этом при всем, так или иначе, описывая бизнес-процессы из основного блока, мы будем касаться бизнес-процессов, которые у нас будут в поддерживающем блоке. Вот так. Слушай, расскажи такой момент, да, вот мы сейчас много говорим про некую методологию, как это делается, как подходить, но мы же сейчас живем в мире, где везде новые технологии. Какие решения, да, какого класса решения, на твой взгляд, необходимы во внедрении, да, процессного подхода? Или техника-то не особо важна, можем на доске все нарисовать, все будет работать? Ну, на самом деле, на доске нарисовать это уже полдела, можно так mm-hmm. сказать, да, то есть в действительности, если на доске удалось смоделировать, рисовать, это не про аналитиков, да, не про нас. Это про художников больше, наверное. Это про художников, да, да, да. Хотя мы тоже своего рода художники, мне кажется, это тоже своего рода искусство. Я так вижу, да. Вот, поэтому бизнес-процесс таким образом устроен. Нет, на самом деле здесь надо смотреть на то, что помимо того, что мы смоделировали, согласовали этот бизнес-процесс, нам нужно его каким-то образом сохранить, да, знание об этом бизнес-процессе. И зачастую компаниям
требуется программное обеспечение, в котором как раз-таки хранилась бы вот эта вот информация, эти знания о бизнес-процессе. Что я отношу к знаниям о бизнес-процессе? Mm-hmm. Это его формализованное описание. Да, опять же, оно может быть различным. Mm-hmm. Да, то есть это может быть графическая модель в определенной аннотации, опять же, таблица, текст, регламент, инструкции, все то, что нам необходимо. Mm-hmm. Да, то есть фактически вот такое вот программное обеспечение нам необходимо, да, для того, чтобы мы, во-первых, могли туда добавлять бизнес-процесс, и б, чтобы любой сотрудник компании мог туда зайти и взять этот бизнес-процесс, mm-hmm. понимая при том, что он в этом бизнес-процессе участвует. То есть фактически у нас должна быть такая, знаешь, как строится структура, что у нас есть орг-структура компании, и я знаю, где я нахожусь в этой орг-структуре. И, исходя из этого, я буду знать, в каких процессах я участвую, какие у меня роли есть в этих бизнес-процессах. Соответственно, я смогу зайти в бизнес-процессы, достать все то, mm-hmm. что мне необходимо. Вот такие вот решения необходимы. Mm-hmm. Ну, смотри, ты сейчас говоришь, что вот я точно услышал про некий репозиторий, где это все будет храниться. Но нам же еще важно смотреть, как процесс протекает. Да? Как ты относишься к решениям класса task mining, process mining? Потому что я вот слышал противоречивые вещи. Ну, конечно, я тут скрывать не буду, я человек тут ангажированный, я-то выступаю абсолютно точно за решение, но все равно мне, что с чем чаще свлекаюсь? Мне говорят, все вот ваши инструменты, это все маркетинг. Процесс майнинг, таск майнинг, это все вот вообще не надо, да, это все равно проблему никого не решает, да, только вот жадных вендоров обогащает лишний раз и недобросовестных там менеджеров по закупкам, uh-huh. да, а я же считаю, что, ну, это полезный инструмент, ты можешь закручивать саморез, да, отверткой, так. А муж закручивает шуруповертом. Так. Вот. От этого, ну, он хуже-то не закрутится. Просто вопрос удобства. Вот как ты считаешь, вот решение класса процесс майнинг, да, ну, в основном, я все-таки, наверное, таск майнинг это такое немножко, да, в бок. Хотя тоже вот мы в нашем решении это используем. Они являются некой палочкой-выручалочкой и упрощают значительно жизнь аналитикам? Или это такая хайповая история, которая, может быть, ну, не очень не нужна на самом деле? Давай отвечу тогда сначала на вопрос процесс майнинга. Угу. Да? Что такое процесс майнинг? Процесс майнинг – это технология, которая позволяет получать данные о бизнес-процессах, основываясь на логах из корпоративных систем. Да, соответственно, для того, чтобы мы пошли в историю с процесс майнингом, мы должны понимать, что наш бизнес-процесс максимально uh-huh. цифровизирован. Uh-huh. Правильно? Соответственно, что он протекает через информационные системы, где копятся эти логи. Uh-huh. Да? Соответственно, любой бизнес-процесс, который у нас связан организационно, или где-то, наверное, процентов 40-50 у него проходит организационно, под процесс майнинг, ну, подойдет, но мы будем с тобой понимать, что у нас есть большая пропасть, uh-huh. да, что у нас делается все это, какая-то часть делается организационно. Поэтому есть минус процесс майнинг, первый. Второе, да, то есть процесс майнинг в действительности это палочка-выручалочка, наверное, соглашусь, потому что, ну, во-первых, современные технологии не стоят на месте, и компании развиваются и внедряют их у себя, да, то есть те или иные решения. И нужно анализировать, что происходит, да. Когда работает аналитик, да, но он тоже человек. Аналитик, да, человек или аналитик, да? Да, то есть, соответственно, рано или поздно он упрется, да, то есть вот, во-первых, в свой опыт, да, что он вот здесь такой подход применил, здесь такой подход применил, то есть он уже весь бизнес-процесс проанализировал, уже различные методы применил и понимает, что все, уже выжато все максимум, да, но у нас вот есть план, куда мы должны прийти, мы не понимаем, что нам еще нужно сделать, да, нужно сделать. Соответственно, здесь как раз-таки вот для этого может подойти процесс майнинг, который покажет, проанализирует наш бизнес-процесс изнутри. То есть фактически у нас вот есть бизнес-процесс, да, вот у нас взгляд аналитика и взгляд системы процесс майнинг, да, системный взгляд фактически, да, то есть он нам будет показывать как раз-таки те проблемы, которые мы могли не учесть mm-hmm. при внедрении, да, информационных систем, какие мы могли там дать отклонения в системе, да, потому что, например, мы внедряли быстро, mm-hmm. да, или мы просто-напросто не контролировали это, или нам, например, консультанты, кто внедряли, вообще не сказали, что там есть такой блок, да. Mm-hmm. Соответственно, процесс майнинг здесь покажет вот эти все маршруты, которые могут быть в бизнес-процессе, поэтому это палочка-выручалочка все-таки, mm-hmm. на мой взгляд. Но здесь важно добавить, что процесс майнинг, он нам даст фактуру, да, то есть для дальнейших действий, чтобы uh-huh. мы что-то, ага,
То есть мы здесь надо гаечки закрутить, здесь надо что-то поменять в системе и так далее. Да? И дальше, то есть опять же, процесс майнинг нам через какой-то промежуток времени опять нужно будет данные загружать в него и смотреть. Угу. Да? Фактически, на мой взгляд, классная тема будет, если процесс майнинг не просто будет решать проблемы, давай так, не помогать выявлять проблемы, а он будет решать проблемы. Это вот следующая уже ступень развития, да, когда система на основании бизнес-правил, да, самостоятельно будет реагировать на те или иные отклонения. Вот это вот класс. Знаешь, вот немногие клиенты говорят: Николай, вот что я хочу? Я хочу установить ваше решение, PIX-процессы в данном случае, да, чтобы там была большая кнопка «Сделать все хорошо». Вот я нажимаю на нее, и мне прямо на почту приходит, что нужно сделать, каких людей поощрить, да, какие процессы исправить и так далее. Я просто вот на это смотрю, да, это прям вот кидаю в робота, где большая другая кнопка, которая автоматизирует все. Нажимаю, ага. И все, у меня вся компания работает. Да, и вот ты сейчас говоришь, что на самом деле это в будущем так и будет, да, ну или, по крайней мере, мы туда идем. Вот вопрос у меня к тебе такой, кто главнее, да, метрики, бизнес-правила, их соблюдение или человеческое управление, да, которое вот человек посмотрит на, да, метрики, да, на красивую диаграмму, на дашборды, скажем так, посредственный управленец посмотрит и такой, да не, ну все нормально. Посмотрит гениальное управление, да, и скажет, вот тут, тут и тут мы сейчас подкрутим и в космос все улетим. Вот на твой взгляд, что важнее, гениальность управленца и для него процесс-майнинг всего лишь инструмент, или процесс-майнинг как метрики, которые разовьются в какой-то момент, которые сами будут генерить на основе каких-то правил гипотезы, и людям нужно просто будет их реализовывать. Ну, здесь на самом деле ни то, ни другое, да, то есть процесс-майнинг здесь, пожалуй, как я уже сказал, да, то есть мы должны эти бизнес-правила все равно прорабатывать и здесь зашивать как раз-таки вот решения, да, вот гениального управленца. Да, то есть у нас должны быть вот эти гениальные решения, да, зашиты в бизнес-правила. То есть мы понимаем, что вот у нас есть такие отклонения. Половину отклонений, например, мы оставляем, потому что, например, нецелесообразно или дорого и так далее. Да, то есть различные ситуации могут быть. А половину мы, соответственно, в бизнес-правила да, описываем, как у нас система должна среагировать. И это будет отличное решение. Ну, знаешь, вот что я по... опять же, с некоторых своих клиентов слышу. Они говорят, мы... хотим процессное управление. Да, мы даже более понимаем, какие у нас цели. Мы хотим проанализировать процесс. Опять же, тот самый пресловутый order to cash. Мы наняли консультантов с большими именами, с иностранными словами вывески. Вот, они к нам пришли, год у нас работали, причем совершенно не бесплатно. Положили нам на стол классную презентацию, где все даже правда и эффект. 140 миллиардов рублей, вот он написан, сделайте раз, два, три. Мы все это приняли, все это хорошо, положили эту презентацию в стол и уже как два года к ней никогда не подходили. Да? Почему? Ну, как-то вот так сложилось. Да? Как ты думаешь, это почему так? Это консультанты недоработали, да? Это менеджмент компании, заказчики не понимали на самом деле, зачем это нужно, и поэтому не знали, что делать с результатом. В чем проблема того, что даже какие-то находки, какие-то сформированные гипотезы, даже пути решения этих гипотез да, они не исполняются потом. Ну, потому что это надо брать и делать. Ну, брать и внедрять. То есть выявить это не проблема. Да? Дальше это работа с людьми. Дальше работа, опять же, с бизнес-процессом. Бизнес-процесс — это как живой организм, да, с ним надо постоянно взаимодействовать, с ним надо работать, да, то есть, соответственно, людей обучить, да, опять же, что-то, если мы что-то кардинально перестраиваем в бизнес-процессе, это нужно, опять же, несколько витков итераций, да, то есть, насколько все идеально легло, да, и, соответственно, нам по циклу PDCA надо будет, опять же, запланировать изменения, да, опять же, ввести эти изменения, проверить их и, опять же, да, то есть какие-то действия по корректирующим мероприятиям провести. Поэтому здесь это просто-напросто большой процесс. И надо не просто презентацию получать, а надо само внедрение. Да, то есть если заказывать такую услугу, то, на мой взгляд, оптимальнее заказывать ее с внедрением, да, изменением этих бизнес-процессов. История «найдите мне, сформируйте гипотезы» —
Я с тобой согласен. Это только начало, может быть, даже... Да, конечно. Да, не только самое. Тут главное потом внедрите и измените, да, это все дело. Или, если вы консультанты, посоветуйте мне, как менеджеру, который может руками что-то делать, как это делать, и ведите нужен, меня. Да, да. Кто мне нужен, какой план проекта, угу. Да, как мне к этому подступиться, как запланировать обучение, да, там... Мне правильнее уйти в автоматизацию, либо использовать другие методы, да, то есть исходя из того, что вы мне в презентации mm-hmm. написали. На самом деле твой пример такой достаточно распространенный. Я встречал компании, где в действительности именно так и было тоже. Mm-hmm. Да, вот презентация есть, все. Дальше никуда не идет. Дальше никуда не идет. Слушай, ну мы сейчас хочу перейти про кейсы, как обычно. Всех всегда волнуют кейсы, но перед этим рассказать нашим слушателям, что ты на самом деле ты еще и преподаватель. Вот, ты ведешь. Несколько курсов мы, да, постараемся там в дополнительном материале, в зависимости от площадки, где вы смотрите, там несколько ссылок оставить. Да, и я очень рад, что и в компании PIX Тимофей помогает нашим клиентам, и тоже у него есть курсы вместе с нами по процессному управлению. Поэтому все, кто хочет не просто, да, об этом говорить и понимать, а стать действительно профессионалом и начать свой карьерный путь в этом, или, возможно, улучшить его, если он уже начался, приходите к Тимофею, он всегда поможет и очень доходчиво и понятно, главное структурированно все расскажет. Поэтому не стесняйтесь, приходите на курсы к Тимофею, очень-очень вам всем рекомендую. Спасибо. Тимофей, расскажи мне такую вещь. Практика, все, теория, методология, много вопросов обсудили, очень интересная дискуссия, но деньги-то где? Где мясо? Вот расскажи про кейсы на своей работе. Возможно, да, работа твоих коллег, но ты очень глубоко в индустрии, ты понимаешь, как это внедрялось, какие проблемы у клиента были, как они решались, какие эффекты получились. Понятно, если мы не можем под NDA, мы все ходим, да, говорить название не проблема, но если можем, будет даже интереснее. Ну, ты прав, не можем. Поэтому интересно не будет. Поэтому интересно не будет. Нет, расходимся. Расходимся, да. Да нет, на самом деле... Ты имеешь в виду эффекты от внедрения процессного подхода, да? Ну, какой-нибудь кейс, как знаешь, была компания А, у нее были какие-то проблемы, или их не было, но мы их нашли. Потом внедрили мы процессный подход и получили что-то. Фактически, если говорить про эффекты от процессного подхода, да, здесь просто компания встает на эти рельсы, на этот путь и начинает двигаться по нему, mm-hmm. да. И эффекты мы с тобой не увидим там в ближайший там год, два, три, да. То есть это перспектива долгосрочная, да, в которой мы увидим результаты. Поэтому здесь просто-напросто надо понимать, да, то есть где-то это действительно, как ты правильно сказал, хайп, да, то есть mm-hmm. и руководство в этом увидело, да, в действительности. А сейчас очень много различных подходов, да. Помимо процессного подхода сейчас существует продуктовый подход, да, и он несколько разнится все-таки, да, даже не то, что несколько, он серьезно разнится с процессным подходом, да, проектный подход. Есть сервисный подход, да, то есть, понимаешь, подходов множество, но фактически мы должны понимать, да, то есть, кто вот, собственно, разрабатывает все вот эти подходы, есть некие, опять же, методологии, да, определенные, которые, ну, так или иначе можно узнать, как продуктовый подход работает, как работает процессный подход, функциональный подход, проектный подход, и вот мы в компании должны определиться, да, то есть по какому подходу мы идем. Если мы, например, IT-компания, да, то есть мы максимально цифровизированы, да, то есть у нас все процессы проходят в системах, практически mm-hmm. все, то, конечно, мы должны понимать с тобой, как дальше осуществляется поддержка и развитие этих систем. Mm-hmm. Да, то есть если мы с тобой на производстве работаем, да, и в производстве у нас какая-то часть производства, да, то есть цифровизирована, mm-hmm. то мы с тобой можем использовать процессный подход, и все нормально у нас будет работать. Почему? Потому что у нас есть KPI, мы начинаем mm-hmm. все это анализировать. А если мы работаем в компании, где у нас с тобой нужно постоянно еще взаимодействовать с клиентом, да, и постоянно тестировать гипотезы, развивать, потому что, ну, мы смотрим, да, то есть мы не стоим на месте, как и процессы не стоят на месте, и продукты не стоят mm-hmm. на месте, у них также есть жизненный цикл. Соответственно, здесь уже нам надо смотреть, коллаборацию устраивать между продуктовым подходом и процессным подходом. Mm-hmm. Поэтому здесь в действительности это сейчас сплошь и рядом, когда вот современные компании, они берут что-то от продуктового подхода, что-то от процессного подхода и создают собственную методологию, mm-hmm. да, как это будет уживаться и работать в компании. Вот. Я немножко отошел от темы, увел тебя так ничего, слегка. Отлично, потому что вот ты мне сейчас сказал, да, я подумал, я вот много на самом деле думаю над, да, вот таким неким управлением компанией, да, как это делать, потому что мне не нравятся функции, да, потому что они достаточно однобокие и в крупных компаниях сложно. Вот, но я вот для себя, мне вот нравится некая комбинация процессного подхода и продуктового. Когда мы делим команду не по функциям, а именно по продукту. И говорим, что у нас есть несколько продуктов,
всегда у нас есть какой-то так, условный бэк-офис, да, какие-то поддерживающие процессы, которые могут поддерживать разные продукты. Это вот такое вот деление, наверное, там, функциональное, если можно сказать. Да, но по продуктам. Но при этом управление у нас идет через процессы. Вот работы. Я как раз-таки тоже, да, общаюсь с коллегами по цеху, да, и вот слышу о том, что тоже вот куча продуктов, mm-hmm. да, и вот, как ты правильно сказал, то есть фактически продукты как функции, а сверху над ними процесс, да, и как раз-таки аналитики, да, то есть архитекторы, да, процессные, mm-hmm. они как раз смотрят за вот этим вот консистенцией, да, то есть консистентностью, да, и взаимосвязанностью продуктов между собой в рамках mm-hmm. процесса. Слушай, вопрос тебе такой, как ты думаешь, и вообще по правилам, да, или по лучшим практикам, стоит ли создавать отдельную команду процессного офиса, да, понятно, что это может быть несколько человек, это может быть сотни человек, в зависимости от объемов, бюджетов и желаний, или же лучше процессное управление повесить на плечи бизнеса, да, и сказать, вот ты начальник условного HR направления, да, ты участвуешь, ну, я сейчас грубо говорю, на самом деле все гораздо сложнее, да, но ты участвуешь в двух процессах. Да, вот у тебя есть большой процесс там hire to retire, да, и плюс ты участвуешь, например, в процессе пиара по созданию HR-бренда, да. Вот ты за эти процессы и отвечаешь. Как ты хочешь, так их реинжинирь и работай, но я как владелец продукта, буду, процесса, буду тебя спрашивать с результатом. Или второй вариант, процессный офис, который приходит тому самому HR и говорят, у тебя здесь неэффективность, у тебя здесь нет метрик, у тебя здесь сотрудники и так далее. Да, предлагают какие-то истории, гипотезы, проводят обучение, опять же, да, там все, что хочешь. Что лучше? Опять же, угу. ты задаешь вопрос всегда с точки зрения того, что либо в одну, либо в другую. Но я за тот подход, чтобы не идти ни в одну, ни в другую сторону, да, а именно делать микс. Почему? Угу. Потому что в действительности, когда ты делаешь это в функциональном подразделении, с чем в дальнейшем столкнется компания? Как ты думаешь? Ну, я, наверное, выскажу гипотезу, что будет некий конфликт внутри, потому что... Нет. Хорошо, простите меня, еще, пожалуйста. Еще какие варианты? Еще какие варианты, да? Ну, наверное, с тем, что времени не хватит, что процессное управление будет очень много времени занимать, а основные функции сложно будет закрывать? Ну, это, кстати говоря, уже близко, но тем mm-hmm. не менее, да, то есть когда мы говорим про то, что функция, да, должна описать свои бизнес-процессы, да, то есть должна проработать. Она пишет в виде, вот в том-то и дело. То есть она пишет только свои бизнес-процессы, да, то есть mm-hmm. только там, где они участвуют. И в действительности сейчас зачастую, да, то есть ты сказал про курсы, там в действительности приходят слушатели, кто как раз-таки именно с таким запросом. Я хочу полностью опрозрачить деятельность своего подразделения. Mm-hmm. К чему это приведет? Опять же, если мы говорим про BPM, да, про управление бизнес-процессами, то мы говорим про взаимосвязанность бизнес-процессов. Если говорить про взаимосвязанность, то, описав функцию, ты не выделишь всех проблем, которые mm-hmm. есть в бизнес-процессах. Конкретной функции, может быть, ты решишь проблемы. Но при этом, при всем, решение этих проблем не повлияет на то, что слева, справа, сверху, снизу. Поэтому этот подход точно нет. Mm-hmm. Да, то есть он отпадает. Процессный офис. Нужно ли всегда выделять процессный офис? Здесь также вопрос, да, то есть какая это компания, что за компания, большая компания, маленькая компания, да, то есть здесь много факторов, которые будут влиять на это. Но как минимум выделять людей, как, ну, как если мы говорим про среднюю компанию, да, то есть большую компанию, то процессный офис точно необходим. Для чего? Для того, чтобы как минимум, создать такую методологию, да, определиться с правилами, как это все у нас будет работать в компании, да, и внести в массы знания mm-hmm. по тому, как это будет все работать, да, тем самым обучая функциональные подразделения. Вот, как управлять бизнес-процессами, соглашения о моделировании и так далее. Вот, поэтому здесь коллаборация должна быть. И, соответственно, фактически процессный офис может быть неким рефери, когда мы с тобой говорим, что у нас есть, да, то есть пул бизнес-процессов. Но при этом при всем, важную вещь скажу, что не нужно на процессном офисе, зачастую компании, создавая процессный офис, все процессы загоняют в процессный офис и говорят, вы теперь за все отвечаете. Да, пожалуйста, давайте-ка это все контролируйте. И если что, сами все внедряйте и изменяйте. Это неправильный подход. Да? Здесь, опять же, со стороны высшего руководства должна быть поддержка процессного офиса, да, и правил того, что за свои процессы ответственны функции, да. Продукты, неважно. Да. Да. Слушай, вопрос у тебя такой. Вот мы сейчас говорим про огромное количество процессов, да, и вообще процессное управление по процессу, но есть процессы, да, операционные, да, основные есть процессы поддерживающие, но есть же еще процессы управленческие, угу. да, то есть когда
менеджменты, да, менеджмент, менеджеры, директора, и неважно, принимать какие-то решения, это же тоже процесс, да, процесс управления. Да. Вот, стоит ли такие процессы также описывать, стоит ли их контролировать, или это магия, которой только директора обладают, и туда вообще лезть не стоит? Хорошее сравнение с магией. Как правило, да, то есть если мы посмотрим тот же самый CBOK 4, то CBOK 4 говорит нам о том, что процессы управления и развития составляют 10% от общих процессов, максимум 10% от общих процессов всей компании. Поэтому вопрос, стоит ли туда инвестировать ресурсы и время для того, чтобы их описать, ну, вопрос целей, да, для чего. Опять же, если мы говорим там то же самое, то есть что может быть в процессах управления и развития, те же самые согласования бюджетов, да, то есть, ну, это нужный процесс, да, который нужен компании. То есть такие основные бизнес-процессы можно формализовать, но в целом для того, чтобы описывать все бизнес-процессы управления и развития, на мой взгляд, не стоит на это время тратить. Там в действительности во многих вопросах еще присутствует все-таки магия, магия, как ты правильно, да, сказал. Директорская магия, да, темная. Посоветуй, пожалуйста, наш смотрят и слушают, да, и директора, в том числе и крупных компаний. И вот я очень надеюсь, что кто-то сейчас вдохновится, скажет, блин, вот прям хочу, чтобы у меня все было классно. Вот что ты посоветуешь? Что нужно делать там условному Иванову Ивану Ивановичу, какому-то директору далеко там C-уровня, человеку в крупной корпорации, да, чтобы у себя начать внедрять процессный подход? Вот что ему? Раз, два, три, четыре, пять шагов, каких он должен делать? Первое, ответить на вопрос, для чего ему это нужно. Второе, если он ответил на первый вопрос, соответственно, формализовать цели, да, чего нужно достичь, да, то есть внедрением процессного подхода. Далее, определиться с командой, кто это будет делать. Внутренний персонал, либо внешний персонал, да, то есть, опять же, консультанты привлеченные, да, то есть, какая команда. От этого, на самом деле, многое зависит, да, то есть, вот третий пункт из того, что я только что назвал, это важный пункт в части того, что определиться, опять же, консультанты обладают, эта экспертиза не обладает, ну, там много тонкостей, да, и это как раз-таки такой риск, да, то есть, большущий. Четвертое. Опять же, подготовить компанию к этому, да, то есть здесь мы должны привлечь, пожалуй, HR, да, к тому, чтобы работать с корпоративной культурой, да, то есть работать с персоналом, да. Пятое, объявить об этом проекте, да, то есть создать проект, да, то есть командой определились, с корпоративной культурой, то есть тоже мы начали готовиться. Пятое, это создать проект, да. Что значит создать проект? Это значит план проекта, да, то есть каким путем мы будем двигаться. Например, там, опять же, определиться с, определившись, опять же, с первым и со вторым пунктом, да, для чего и какие цели, мы также должны определить с тобой основные бизнес-процессы, да, то есть, чтобы понимать, на что будет основной акцент сделан в этом проекте, и дальше уже, соответственно, начинать двигаться. Хорошо, тогда представим другую картину. Тут, кстати, я тоже хочу сказать по поводу проекта, что, на самом деле, процессное управление — это не спринт, это марафон, и он, ну, конечно, длительное время, а лучше, чтобы он всегда вообще работал, потому что это постоянное улучшение, постоянный анализ и так далее. Но ты очень правильную вещь сказал, потому что многие об этом знают, что действительно начинать должен быть проект. Потому что мы должны выбрать какой-то объем, потому что если мы автоматизируем все, значит, мы не делаем ничего. Потому что должны, ну, быть... Либо даже формализуем хотя бы, да, то есть как, да, просто процессный подход не только про автоматизацию, да, но и про, опять же, описание. Да, и мы должны точно понимать, с чего мы начинаем, где конец, как минимум, вот первой итерации, какой у нас бюджет, какая команда, кто ответственный, консультанты, интеграторы и так далее. Поэтому тоже не забывайте про проекты, даже когда вы рассматриваете процессы. Но есть другая картина. Представляешь, нас слушает другой директор, да, крупной производственной компании какой-то. И он говорит, подожди, ребят, вот я вас слушаю, и что я слышу? Говорит, уважаемый Тимофей, что эффекты, они, конечно, есть, но посчитать их сложно. Результаты мы получим через, может быть, 2 года, а может быть, через 3, а может быть, через 5. Вот. А получим прозрачность. Ну, что такое прозрачность? Да, тоже странно. А, но при этом это все равно будет тут затратно. Да, ну и деньги мы тоже какие-то потратим. И на консультантов, и на внутреннюю команду, и на покупку решений, да, и время. Ну, то есть большие затраты так или иначе будут, да, временные, денежные и так далее. Может, мне лучше станок купить новый, дополнительный, да, или еще 10 человек нанять, чтобы они что-то делали. Зачем мне эти все ваши новомодные истории? Я хочу, что я вот сталь выплавляю. Давай еще ковш себе новый куплю и больше стали буду заливать. Какой экономический эффект от внедрения процессного подхода? Как ты правильно сказал, в действительности директора цели разные могут стоять, да? Иногда цель может стоять в том, что я хочу знать, что происходит. Действительно, та же самая прозрачность. Кому-то это достаточно. Кому-то необходимо, опять же, у меня сейчас есть один завод, я планирую строить сеть.
Uh-huh. Да, большие. Ну, то есть еще там еще один завод. И хочу приехать на это место, и чтобы развернуть все так же, как у меня было на первом, и чтобы все так же начало работать быстро. Соответственно, для этого мне тоже нужно описать бизнес-процессы, uh-huh. да, для того, чтобы приехать и сразу их наладить, запустить. Uh-huh. Да? Абсолютно. Соответственно, это второй вариант. Третий вариант – это когда нам нужна автоматизация. Прежде чем что-то автоматизировать, мы должны понимать, да, то есть где мы находимся сейчас и к чему приведет эта автоматизация. Uh-huh. В действительности зачастую, ты правильно сказал, да, то есть, а кому-то вот первый вариант, да, когда мы просто формализуем и опишем бизнес-процессы, вообще то есть, кажется, что это вообще то есть, ненужная вещь, да, в действительности. Uh-huh. Я и так все знаю, мне ничего не надо, я знаю, что как у меня все проходит, я сам все через это проходил, все это видел своими глазами. Да. Но тут опять же тоже вариант. Если мы, например, еще четвертый вариант, может быть, мы хотим сертификат менеджмента качества получить, да, да, СМК, да, то есть, да, то, да, тоже мы должны описать эти бизнес-процессы для того, чтобы этот сертификат получить. Ну, здесь в зависимости от того, какие, да, то есть перед кем стоят, ну, перед производственными предприятиями стоят цели. Я вчера буквально тоже общался с директором одного из производственных предприятий и говорю, вот есть, как бы, есть ли интерес к тому, чтобы вот придет команда, опишет бизнес-процессы, да, и все бизнес-процессы будут формализованы. Mm-hmm. Мне вопрос, это будет в бумаге лежать? Mm-hmm. Я говорю, ну вот, да, то есть мы смоделируем, да, то есть будут модели, текстовое описание, табличное описание, да, то есть инструкции, регламенты, все, ну вот, mm-hmm. можно бумаги, можно в цифре, да, то есть на компьютере открыть. Ответ я получил, мне это не нужно. Мне это не нужно, да, то есть, соответственно, и я говорю, почему? Мне нужна автоматизация. Mm-hmm. Все, да, то есть конкретно я хочу автоматизировать вот такой-то функционал. Я хочу за этим наблюдать, за этим мониторить. Опять же, mm-hmm. недели две назад тоже общался с одним из директоров производственных предприятий. Там цель как раз-таки то, что я тебе вторая сказал, mm-hmm. это открыть завод, да, другой завод открыть. Нужно четко понимать, что же что нужно будет на этом заводе, соответственно, какие там процессы, чтобы сразу же запуститься и производство, mm-hmm. соответственно, начало работать. Ну, тут я бы твоему коллеге, с которым ты общался, который спросит, на бумаге они будут лежать или нет, ответил бы, сказать, да нет, конечно, они будут лежать в удобном репозитарии, который поддерживает разные нотации, который полностью безопасен для крупных корпораций, в котором есть, возможно, функции таск-майнинга, функции процесс-майнинга. Все это связано между собой. Есть возможность быстро роботизировать это, вывести в красивые дашборды. Если вам такой продукт нравится, заходите на наш сайт PixProcessы. Лучшее, что сейчас предлагает рынок. Ну, здесь на самом деле, да, то есть продолжая эту тему, я бы сказал следующее, то что... Будет вопрос, сколько стоит этот репозиторий? Ты же понимаешь. Да. Но... Мы на этот вопрос ответим обязательно, когда вы оставите заявку, пообщаемся с вами и расскажем. На самом деле, сравнимо с конкурентами, особенно западными, все достаточно, да, скажем так, эффективно. Но я не хотел бы, да, превратить это в рекламу какую-то. Да, хоть мы находимся в офисе компании Pix, я сотрудник Pix'а, да, но все равно мы здесь больше про... ну, индустрию рассказываем, да, рассказываем коллегам, но чуть рекламы, я считаю, никогда не повредит. Да. Здесь еще на самом деле добавил бы следующее, то, что помимо стоимости, угу. да, мы должны говорить про, вот, внедрили мы, да, угу. описали мы бизнес-процесс, дали репозиторий, угу. дальше что? Вот есть репозиторий. Угу. Ну, на самом деле, дальше бы хорошо эти процессы как-то оценивать с точки зрения, как они протекают, да, то есть как они выполняются, какие у нас метрики, какие есть отклонения, почему такие отклонения, ну и так далее. То есть уже смотреть на реальных выполнения и уже потом понимать, а почему не сходится. Не, может быть, и сходится, и тогда вы, наверное, в волшебной стране какой-то живете, да, или в волшебном мире каком-то, потому что, ну, зачастую это не сходится. Да, и понимать, почему. Может быть, регламенты не очень правдивые, а может быть, люди неправильно работают. А хорошо бы нам еще сравнить с метриками по рынку и понять, а у других как и так далее. То есть тут постоянно, на мой взгляд, должна быть работа. Опять же, да, кто это должен делать, понимаешь? Да, здесь нужно понимать, ну, за кем эта функция будет закреплена. Да, то есть процессный офис, так или иначе, мы к нему все равно подходим, mm-hmm. да, что он необходим. Но при всем при этом нужно понимать, да, то есть, что отдавая заказчику репозиторий, mm-hmm. ты должен быть готовым к тому, что, ну, заказчик, точнее, должен быть готовым к тому, что ему нужно поддерживать эти модели в актуальном состоянии. Да, что это не просто раз описалось, что это должна быть постоянная работа. Вот, ну, на мой взгляд, знаешь, я вот люблю все сравнивать с HR, если мы говорим про департамент, и с производством, если мы говорим про индустрию. Вот если мы говорим про HR, то понятно, кто нанимает сотрудника, mm-hmm. да? Ну, вот эти там простой вопрос, кто? Наверное, скажешь, ну, HR, да, там, рекрутеры нанимают сотрудника. Да, кто их развивает? Наверное, скажешь, ну, как вот, обучение в HR их развивает.
Да, но я тебе скажу, да нет, я нанимаю сотрудника. Вот мне нужен аналитик, да? Я его нанимаю, я его обучаю, я его обслуживаю, а HR просто мне помогает в этом сделать, да? Вот мне кажется, с процессом похожая история, да? Кто рисует процессы? Процессный офис. Ну, мне кажется, что нет. Процессы рисует бизнес, да, потому что только они знают свои процессы. Но процессным офисом в этом помогает. Может, пускает нотацию в инструменте, может быть, за них руками отрисовывают, да, но решение на них. Также вот и поддержка, и усовершенствование, что вот ты очень правильную вещь говоришь, я вот очень хочу, чтобы вот каждый из наших слушателей это вот, ну, если, знаешь, вынести что-то одного из разговора, я хочу, чтобы он вынес одну вещь, что это нужна цель, нужно понять, зачем вы это делаете. И если все участники процесса понимают, что это не просто какой-то блажь руководства, который спустился вниз, и мы сейчас, конечно, сделаем, что нам говорят, чтобы нас отстали, а это реально инструмент, ну, такого нового управления, повышения эффективности, что каждый должен этим заниматься, тогда те же самые производства, они просто придут и скажут, ну, помогите нам, мы сами все сделаем, просто помогите. И вот здесь-то вот эта помощь и в процессном офисе находится. Да, да, все верно. Тогда у меня к тебе еще есть несколько вопросов, да, вот ты затронул такую вещь, как границы процесса. Так. Да, есть у нас там стандартные процессы, много раз мы слышали это, да, сегодня, от заказа до оплаты, например, да. Но вот я вот хочу, например, я говорю, ну, я считаю, что заказ – это не начало, да, не инициация какого-то процесса, это следующий этап после лидогенерации, например, да. А ты мне, например, можешь сказать, что, ну, оплата – это уже, конечно, это важно, да, но главное сделку закрыть, договоры подписать, а оплата уже, ну, не так уже она и важна на самом деле. А если мы идем к международным стандартам финансовой отчетности, там вообще поступление денежных средств вообще ни на что не влияет практически, да, там при создании дебиторской задолженности компания и фиксирует свою прибыль там, или убытки, если мы говорим про кредиторскую. Вот, вот как ты думаешь, должны быть четкие границы процессов, которые мы смотрим в методологиях разных, и исходя из этого мы их обрисовываем. Либо каждая компания должна взглянуть внутрь себя и нарисовать просто так, как удобнее им, так как удобнее менеджменту, так как будет это применяться. Я бы ответил следующим образом, что правильнее здесь идти от компании. Да, то есть каждая компания должна для себя эти границы определить. Да, почему? Потому что мы с тобой говорили уже, да, то есть, что процессы являются активами компании. Да, и это как раз-таки является конкурентным преимуществом на рынке, да, процессы у компании. И здесь то же самое, да, то есть когда компания определяет границу того или иного бизнес-процесса, да, фактически она самостоятельно создает новое, да, в своей компании, да, то есть то, как это будет анализироваться, соответственно, то, на чем все будут акцентировать внимание, и это, соответственно, важно вот именно идти от компании. Но при этом при всем здесь важно понимать, да, то, что это не должен, например, сделать бизнес-аналитик, да, и сказать, что вот у нас, я считаю, что так и все, да, это, опять же, командная работа, здесь компания должна, то есть рабочая группа некая организована быть, да, которая будет принимать решение, что границы именно так, и эта рабочая группа должна уметь ответить на вопрос, почему именно так были определены границы. Вот, собственно, как ты до этого пример приводил, который, да, то есть с Order to Cash, то же самое здесь. Вопрос у меня такой, наверное, на злобу дня, да, вот мы сейчас говорим про большое количество методологии, опять же, про процессы, и всегда CBOK, да, Order to Cash, Hire to Retire, да, нотации у нас какие, BPMN, да, там, VAT, EPC, везде иностранные термины, да, везде какие-то... Блок-схема. Да, блок-схема. Простая, и так далее. Не иностранная. Да, вот, есть, конечно, нотация Дракон, да, которая наша. Но в чем у меня вопрос, да, мы понимаем, что, ну, конечно, да, там, Запад в этом плане является законодателем мод, там это раньше появляется и так далее, и мы потом это применяем. Но сейчас такая у нас ситуация, что и западные вендоры начинают, ну, не начинают, ушли уже все, да? И вот, вот такое вот отношение к западной методологии немножечко, да, может быть, меняется. Вот ты видишь, что сейчас есть какой-то спрос на создание российских стандартов? Или зачем придумать велосипед, если уже давно придумано, давайте просто использовать, что уже есть? Ну, давай тогда здесь я немножко рекламу тогда проведу, да. Собственно, да, я согласен за то, что надо развивать свое,
Uh-huh. Я вот за эту сторону. И здесь вот как раз-таки, когда я говорил про себя, я сказал, что я являюсь квалифицированным процессным аналитиком. Uh-huh. Что это такое? Да, это фактически квалификация, которая была создана в России, да, является, то есть можно ее получить у нас в стране, да, она является аналогом CBPP. Uh-huh. Да, что это такое? Да, Certification Business Process Professional. Uh-huh. Да, то, что, собственно, есть в ассоциации профессионалов по управлению бизнес-процессами, собственно, создатели, да, то есть у американцев она есть. Вот, собственно, у нас создано было свое, и сейчас мы как раз-таки запустили. Почему? Потому что CBPP теперь никто получить не может из России. Mm-hmm. Да, нужно ехать куда-то. Вот, соответственно, чтобы получить в России, можно вот подобный сертификат получить квалификацию процессного аналитика. Mm-hmm. Здорово. Нужно мне тоже, наверное, к вам обратиться, получить. Но вопрос такой. А что это такое? Это просто перевод? То есть вы взяли все стандарты, их перевели на русский, и вот теперь, или это некое осмысление с учетом нашей специфики, что мы сейчас слышим, но я на самом деле даже с этим согласен, что у нас какие-то есть свои особенности, некий там свой путь и так далее. Вот касательно вот этого, да, как это, ассоциации, да, правильно же назвать, процессного аналитического управления, это просто перевод того, что есть на Западе, или это реально какие-то новые именно вот там отечественные переосмысления процессного управления? Здесь, пожалуй, я скажу, что большая часть взята именно из западной, да, версии, поэтому по большей части мы все-таки берем оттуда. Да. Ну, видишь ли ты какую-то разницу в российской практике с там, западной практикой? Корпоративная культура, да, то есть у нас в действительности есть в корпоративной культуре свои особенности, ну, это и понятно, вот, в целом, с точки зрения самого подхода, как внедрять или ну, что использовать из методологии, да там все общее, понимаешь? Mm-hmm. Все равно каждая компания — это как брать тот же самый PMBOK, да, когда мы с тобой говорим про проекты. Mm-hmm. Вот он есть стандартная методология. Компания берет как бы как за основу, но все равно все берут свое что-то, да, то есть что нужно, что не нужно, да, так, и тем самым адаптируют это под свою компанию. То же самое и CBOK, да, то есть когда мы с тобой говорим про процессный подход, да, про процессное управление, ну, CBOK не дает, во-первых, да, то есть CBOK не дает представления того, как вот там есть определенные, да, там, этапы, там, раз, два, три. Но при этом при всем мы, когда будем делать проект, да, мы все равно будем учитывать специфику нашего направления, того, что мы работаем в России и так далее и тому подобное. Там множество факторов, которые также приходится учитывать и брать то, что... И трансформировать, наверное, даже так правильнее сказать, то, что написано в CBOK-е. Поэтому здесь, собственно, так это работает. Последний вопрос, да, ну, хотелось бы, в чем счастье, да? А в чем сила, да? В чем сила? Вот, ну, понятно, тут ответ сам собой, да, говорится, это в процессном управлении, конечно же, да. Но задам тебе тоже похожий вопрос. А в чем эффективность, да? Вот, в чем эффективность компании, на твой взгляд? Вот как мы можем... Взять одну компанию, взять вторую компанию, сказать, что одна лучше, ну, для меня просто эффективность, наверное, лучше, плохое слово, чем одна эффективнее другой. Вот как мы можем вот две компании на одних весах сравнить? Как клиенты? Или как кто? Ну, или как внутри сотрудники компании? Нет, как мы это сравнение будем проводить? Абстрактно. Но если абстрактно, то мы тогда должны смотреть с тобой на конкурентное преимущество, да, той или иной компании, да, то есть чем она лучше, да, то есть мы, соответственно, должны определить для себя факторы, да, то есть на что мы будем ориентироваться и таким образом это конкурентное преимущество выявлять, да. То здесь надо смотреть на первые вещи. Это ну, развитие рынка, да, и куда рынок движется, и компания успевает ли за ним или нет, да, то здесь мы с тобой понимаем, то есть, опять же, это говорит о целях компании, да, то есть некоторые компании, как вот достигли определенного уровня, остаются там, то есть не движутся дальше, да, то есть это как раз-таки, ну, со временем это все равно приводит к тому, что так или иначе они на рынке, ну, конкуренты начинают выходить вперед. Вот, первое, это конкурентное преимущество, и второе, это, ну, борьба за клиента, опять же, да, ну, все тоже все вокруг одного строится, да. Поэтому ты, кстати, не сказал ни слова ни про капитализацию, ни про прибыль компании и так далее. Важны ли деньги? Да, я сейчас поясню, почему. А вот здесь я тебе отвечу, да, то есть сразу, да, то есть я про это не говорю, потому что я здесь все-таки немножко не абстрагировался, а выговорил со стороны клиента, да, то есть я как клиент, я буду смотреть на то, какое качество сервиса мне оказывают, да, и здесь не будут важны деньги, да, то есть что с компанией происходит, да, то есть я должен понимать просто, как работают процессы. А здесь уже, если процессы работают плохо, я буду понимать, что и в компании, значит, что-то плохо, понимаешь? То есть если компания за этим не следит и не дает должного внимания этому направлению.
Угу. Вот и все. Спасибо. Спасибо тебе огромное, Тимофей, за... Не, ну ты скажи, что это, то, что ты про капитализацию, ты что-то еще хотел, я перебью. Я наоборот хотел сказать, что я с тобой согласен полностью, да, потому что многие говорят, что такое эффективная компания. Это компания, которая зарабатывает деньги. Да, это компания, которая много стоит, акции которой постоянно дорожают. Да, но я вот с этим, как финансист на самом деле, категорически не согласен. Я мне понравился это очень сильно твой ответ, потому что ну, есть компании, которые убыточные постоянно. Mm-hmm. Да? Вот они вечно убыточные, и при этом крупнейшие, огромные компании в нашей стране и за пределами. Есть компании, чья капитализация на рынке, особенно вот компании из США этим очень славятся, да, разумные, таких безумных вещей, да, что ты понимаешь, что ну, это абсурд какой-то, это просто вот сейчас пузырь надувается, и там реальная стоимость активов или реальная генерация денег, маленький кусок этого пузыря. Я поэтому с тобой согласен, я поэтому да, хотел тебя подловить немножко, чтобы сказал, да нет, ну, конечно, деньги. Вот, но с тобой согласен, главное это то, что компания дает своим клиентам, да, и что клиенты получают, поэтому тут... Не, ну, в любом случае, над этим тоже нужно задумываться, ты, то, что ты сказал, да, там, про убыточность компании, да, то есть мы должны смотреть как раз-таки здесь и про эффективность тоже, угу. Да, в том числе, то есть можем ли мы этим помочь компании, да, то есть, соответственно, улучшить эти показатели, но... Все равно, для моего взгляда, на сегодняшний день борьба за клиента является основным фактором, да, то есть развития дальнейшей компании. Ну, кстати, знаешь, это тоже такое недавно мне пошло в голову, сейчас я да, пытаюсь это внедрить, посмотреть, как это будет работать на практике, где мы одной из метрик процесса да, ставим просто NPS-рейтинг, да, то есть ну, NPS наших клиентов. И мы же понимаем, что HR, у них есть свои клиенты, у бухгалтерии свои, у маркетинга свои, у всех есть клиенты. Внутренний, внешний, там, регулятор, неважно. Вот, и, на мой взгляд, это вот добавление удовлетворенности клиентам твоих работ, да, они в процессных метриках очень прям заходят к себе домой, мне кажется. Да, согласен. Вот, Тимофей, спасибо тебе огромное, что пришел к нам сегодня. Да, с удовольствием всегда. Лично я получил огромное удовольствие нашего общения. Надеюсь, ты тоже, и наши зрители тоже порадуются. А вы, уважаемые зрители, ставьте пальцы вверх, пробивайте там колоколы всякие, подписывайтесь на нас. Потому что только так мы можем понять, интересный ли мы продукт делаем, вот, или это никому, кроме меня и Тимофея, не нужно. Вот, поэтому все зависит от вас, да, да. Тимофей? Да, я еще хотел, на самом деле, всех зрителей и слушателей я хотел бы еще пригласить на конкурс, который проводит наша ассоциация, Ассоциация профессионалов по управлению бизнес-процессами, ежегодный конкурс, который проходит с 2017 года, BPM проект года. Здесь как раз-таки вы можете заявить о том, что как оптимизировали бизнес-процессы, да, какой-то эффективности добились, провели автоматизацию, внедрили RPA, да, внедрили BPMS-систему, лоу-код-платформу и так далее, да, то есть и получили некий эффект, да, в бизнес-процессах, посчитали его. Приходите на наш конкурс, участие бесплатное. До 28 февраля мы собираем заявки. Я нахожусь в составе оргкомитета, поэтому также вас приглашаю поучаствовать в этом. А, ты говорил про то, что я являюсь преподавателем. Соответственно, буквально с этого месяца я запустил сайт практикумов по нотации BPMN 2.0. Воркшоп BPMN 2.0. Соответственно, сайт ibpm.ru. Пожалуйста, также приходите, заходите, вступайте. Будем с вами моделировать. Ну, тогда я тоже немножко рекламу еще одну сделаю. Коллеги, у нас в PIX Академии да, есть курсы по процессному управлению. Причем эти курсы как есть продуктовые, как пользуются нашим продуктом, так и общее про методологию. Поэтому тоже заходите на сайт нашей академии, регистрируйтесь на эти курсы, проходите их и становитесь профессионалами в процессном управлении. Супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Приходи еще. Обязательно.